29 июня в дежурную часть Шадринского ОВД поступил звонок о том, что с территории автоколонны 1588 был совершен угон автобуса ПАЗ. Дежурной частью был введен 22-20 учебный боевой план перехват. Наши наряды ДПС были установлены на посты блокирования, после чего также было установлено, что на автобусе имеется система ГЛОНАСС. И по сообщению последнему, что система ГЛОНАСС видит автобус, двигающийся по автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. Наш наряд ДПС 871 экипаж в составе Назырова, Придейного выехали на автодорогу и, двигаясь в сторону Долматовского района, на границе с Долматовским районом задержали указанный автобус. При задержании водитель сопротивления не оказывал, но его нахождение в 45 километрах от Шадринска уже стало весомой причиной для возбуждения уголовного дела. Угонщик был доставлен в полицию для разбирательства. По предварительным данным, им оказался житель города Шадринска, бывший работник автоколонны. В настоящее время подследственный отпущен домой под подписку о невыезде. Все подробности в интересах следствия умалчиваются.